Друзья мои, всем привет! Меня зовут Алла. Аллочка, провансалочка. Вот, я живу в Провансе уже 14 лет, почти 14 лет, а во Францию я приехала почти 15 лет назад. Вот. Почему же в свои, как бы так скажем, зрелые годы мне захотелось сделать канал? Но вы знаете, вот часто люди пишут мемуары в конце своей жизни. Я не хочу расстраивать свою бедную единственную дочь, что я уже готова писать мемуары, но тем не менее вот хочется немножко подумать, поразмыслить, что-то запечатлеть, что было хорошо, что было плохо. И, конечно же, большую часть моей жизни более яркой, более стрессовой, более интересной прошла здесь, во Франции. Вот. Потому что, когда мы уже в таком зрелом возрасте, то вся ситуация, которая была раньше, мы оцениваем немножко по-другому, и нам кажется, что если бы это было сегодня, то мы этого бы не совершили, тем не менее. Я хочу сказать, что я бы всегда еще раз родила свою дочь, которую очень люблю. Привет, Катюша. Вот. И сегодня мое видео, видео мои будут короткие, не более 10 минут. Лаконичность как бы всегда приветствуется, чтобы вас не утомлять. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о том, что же меня привело и как я попала во Францию много лет назад. Вот. Девочка, мальчик, и все банально. Все банально. Я вышла замуж за француза. Вышла замуж за француза через брачное агентство. Это было... Я приехала во Францию в конце 2003 года. В 2004 году, в начале года, в январе, я уже вышла замуж за мужчину, который был меня намного-намного старше, на 24 года. Это было, конечно, решение очень странное, но... Так сложилось в моей судьбе обстоятельства, что я психанула, бросила свою страну и вышла замуж за француза. Меня предал мой любимый человек, женился на другой. Вот. И не то чтобы сказать, что это было переломным моментом, но я так и не смогла устроить свою судьбу в Беларуси. Развалился Советский Союз, тяжелые времена перестройки. Я работала в банке на хорошей должности. Я была начальником большого центрального РКЦ в нашем городе. Была достаточно известной личностью. Меня и сегодня там все помнят. Вот. Вот так все бросила одним махом и уехала. И уехала куда? В никуда. Привезли меня в глухую альпийскую деревню. Ну, как сказать, глухую. 500 человек населения. Вот. По-французски я не говорила вообще. Быстренько мы поженились с подписанным брачным контрактом, что в случае, если я вздрыгну или что-то сделаю не так, то мне нужно будет просто по-хорошему убраться из дома, ничего у тебя не получится, и не взять, не получить, ни даже денег на обратную дорогу в Беларусь. Вот. Все получилось так, как должно было получиться. Человек был меня намного старше. Я у него оказалась четвертой официальной женой, сколько их было, или даже пятой, я уже и сама не помню за эти годы. Вот, и если я была старше своего мужа, я была младше своего мужа на 24 года, то моя предшественница была младше его ровно на 36 лет. Вот. Поэтому, естественно, что у нас ничего не получилось. Он оказался не то чтобы жадным, а просто он меня купил у брачного агентства, чтобы я убирала его дома. Он был достаточно богатый человек, у него был дом в Испании, дом на юге Франции. Вот, он сдавал это все туристам. Нам туда места никогда и времени не было никогда туда съездить, потому что все это продавалось, естественно. Он меня привозил туда, чтобы я мыла эти дома. Вот.
Мне ничего нельзя было делать. Ему не нужно было, чтобы я учила язык. Он мне так и говорил. Ты 2 года ничего не имеешь права делать. Вот сиди и не рыпайся, иначе я не подпишу тебе документы. И тебя выдворят из страны. В принципе, так и получилось. Все-таки вторую французскую карту через год мне удалось получить. Вот, он не хотел ее подписывать, но что-то у него рука дрогнула, и он все-таки ее подписал. Вот, я собрала свои вещички и ушла от него. Ушла в никуда, перекантовалась пару недель у своей знакомой в той же деревне. Но на это время я уже работала в магазине. Не зная языка, не говоря по-французски, директор магазина меня взял на работу. И через 3 недели мне дал постоянный контракт, что меня подтолкнуло еще быстрее и быстрее покинуть моего старого мужа. Вот, был очень сильный скандал, он заявил на меня в полицию, вот, что я покинула домисиль, то есть покинула жилище семейное. Во Франции это запрещено и по сей день. Вот. Короче, все, девочки, обернулось против меня. Я уже проработала почти год в магазине. У меня была квартира недалеко, в городе недалеко от этой деревни. Я купила, взяла кредит, купила себе машину. И когда я запросила документы на 10 лет по тем законам, мне отказали. А почему отказали? Потому что месье сходил в префектуру и написал на меня заявление, что я аферистка, что я приехала во Францию, чтобы отобрать у него деньги, что я бросила у себя там дома свою дочку. Дочка моя в то время была уже замужем. Вот, что я бросила такую престижную работу, что я бросила большой город и переехала в эту деревню, что везде и повсюду была корысть. Вот. Конечно, если бы я сегодня разводилась с этим человеком, то я могла бы отстоять свои права, ну, хотя бы до такой степени, чтобы меня, ну, не поливали грязью во всем этом бракоразводном процессе. Короче, что мне пришлось, девочки, мальчики, пережить, это вообще не описать словами. Вот, у меня даже есть такой момент в жизни, что я не помню, вот есть промежуток жизни, который просто у меня вот выпал из моей памяти, я не помню, что я делала в это время. Вот в таком стрессе я была. Почему я не вернулась в Беларусь обратно? Расскажу. На тот момент французские документы у меня были просрочены. Белорусский паспорт у меня закончился. Кроме того, у меня не было элементарно денег, чтобы купить билет на самолет и уехать из Франции, вернуться домой. Но, наверное, все, что не делается, все делается к лучшему. Совершенно случайно судьба меня сводит с моим нынешним мужем, которого зовут Марис. Вы все его знаете по блогу, по Фейсбуку, по Инстаграму. Я очень много показывала фотографии о нашей жизни, о наших поездках, о том, что мы делаем, чем мы увлекаемся и так далее. Вот. Марис меня попросил остаться. И я осталась без документов, нелегально. Прожила вот в этом доме, в котором мы живем почти 2 года, до тех пор, пока нам удалось официально жениться, без документов, без всяких бумаг. И вот с этого места начинается моя новая история провансалочки. Интересная, счастливая, совсем другая. Вот если бы я могла сразу приехать вот в это место, наверное, бы все в моей жизни было по-другому. А что было бы по-другому и как оно есть сейчас, я вам расскажу в следующих моих историях. Эта рубрика будет называться «Откровения провансалочки». Пожалуйста, оставайтесь со мной, подпишитесь на мой канал, не пожалейте поставить лайк этому видео. Если хотите, расскажите обо мне своим друзьям, своим подругам. Вот. Я решила, что в моей жизни нет ничего постыдного, о чем бы я не могла поделиться с вами. А на сегодня я с вами прощаюсь, потому что я сама себе и вам пообещала, что мои видео не будут длиться чем более 10 минут, чтобы вас не утомлять.
и чтобы вы с удовольствием всегда возвращались на мой канал. До скорого! С вами была Провансалочка. Безу-безу!